О том, что Минск открыт к диалогу с Советом Европы, говорили сегодня на встрече Андреа Регони со спикером Палаты представителей Беларуси. Наша страна заинтересована в развитии взаимодействия для изучения опыта и сближения законодательства с евростандартами. Андреа Регони отметил значительный прогресс в отношениях Минска и Совета Европы за последние 2 года. От имени ПАСЕ он поблагодарил белорусскую сторону за то, что было сделано для развития этого взаимодействия. Беларусь приняла национальный план в области прав человека, приглашала миссию наблюдать за президентскими и парламентскими выборами. Наша страна постепенно присоединяется к международным договорам Совета Европы, принимает полноправное участие в их реализации. Но я хочу отметить, что мы, конечно, заинтересованы в многостороннем сотрудничестве с Советом Европы, и не только в области демократии, прав человека, но и в таких вопросах, как экономика, инвестиции, вопросы борьбы с коррупцией, торговли людьми, чистоте в спорте. Сегодня Андреа Регони присутствовал на заседании рабочей группы по вопросам смертной казни. Наряду с депутатами этот вопрос обсуждали представители дипмиссии международных организаций. Пока в белорусском обществе нет единой позиции по вопросу исключительной меры наказания.